Эпидемия гриппа, которая охватила пол России, завершится не раньше середины апреля. Такой прогноз озвучила глава российского Минздрава Вероника Скворцова. Напомним, эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас вдвое превышен в 5 регионах, в том числе и в Алтайском крае. Здесь зарегистрировано больше 30 тысяч заболевших. Всего же эпидемия охватила 43 российских региона. Из-за всплеска заболеваемости в крае на карантин закрыты 30 школ, 72 детских сада и еще сотни классов и групп в образовательных и дошкольных учреждениях. По словам министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой, отступать грипп начнет не раньше, чем через 2 недели. И только через 2 месяца эпидемия уйдет полностью.